Погодьтеся, не так багато подружніх пар доживають до глибокої старості і живуть щасливим сімейним життям. На жаль, кількість розлучень з кожним роком все збільшується. Але ж ми одружуємося не для того, щоб розлучитися. Якщо відносини з коханою людиною важливі для вас, прислухайтеся до порад і дізнаєтесь секрети щасливого сімейного життя від правил етикету. Приоритеты просто у нас нарушены. Когда в каждой семье кто ведь главный? Господь. Потом далее супруг, жена и дети. Вот недаром даже в русском языке Господь и Господин имеют один корень. Все-таки женщина, ну, наверное, было бы неплохо, если бы она была ведома. Но ведома умным, мудрым мужчиной. Сильным мужчиной, отцом, мужем, да, мужем мужчина, действительно, вот во всех смыслах этого слова. Понимаете, чтобы это не просто не пустой звук был, чтобы это было бы ну, то плечо, тот фундамент, вот, на котором хотелось бы женщине быть рядом с мужчиной. Чтобы, ну, знаете, меня всегда, когда спрашивают, какого мужчину вы, как вот вы оцениваете мужчину, да, для меня это ум. Это ум, это надежность, это сила воли. Вот, конечно, я хочу быть ведомой таким мужчиной. Порада жінкам. У присутності друзів або сторонніх людей не критикуйте чоловіка. Чому в наш час в сім'ях немає поваги? Якщо дружина прислухається до свого чоловіка, діти будуть поважати батька і матір. Є цікава статистика. Якщо діти сідають їсти раніше батьків, то діти після 14 років перестають проявляти належну повагу. Вот у нас на Украине, ведь прежде как говорили, мама вы, тато вы, какое было уважение к родителям. Ну, сейчас, к сожалению, ну, я не могу сказать, что к сожалению, просто проще, наверное, сказать мама ты и какое-то грубое слово. Потому что мама вы и сказать грубое слово просто было невозможно. Вот как-то хотелось бы к этому вернуться. Не прагнуть перевиховувати один одного. Не підганяйте життя близької, але ж все ж таки іншої людини під власні стандарти. Слід пам'ятати, що кинуті в запалі суперечки, необдумані слова боляче ранять кохану людину. І ніколи не припускайте образ. У сімейних відносинах немає нічого більш огидного, ніж навмисна образа. Я ніколи не воспитую людей. Мне очень понравились слова Моники Белуччи, которая сказала, мы не, нужно понять хорошо, что ни, мужья, ни дети нам не принадлежат, нам никто не принадлежит. И поэтому мы не имеем права воспитывать кого-то. Можем дать жизнь, можем помочь в чем-то, посоветовать, но воспитывать ни в коем случае. Я думаю, что каждый человек просто должен, вот мы же всегда знаем, эх, немножко я неправильно себя повел, вот тут женщину не пропустил, а тут сел раньше за стол на нее. Тут первый начал кушать за столом. Как бы, главное, чтобы человек сам для себя это определял. И тогда у него будет рост в этом смысле, и как бы ему сам себе не прощай, и бестактность исчезнет как бы у всех. Щоб не втратити найтепліші стосунки в родині, постійно довіряйте один одному. Якщо не вірите, не показуйте цього. Намагайтеся довіряти своїй половинці. Для щасливої родини важливо вміти бачити прекрасне у ваших стосунках. Чому ви разом з цією людиною? За що ви любите? Чим ця людина краще за інших? Ось на цьому і зосередьтеся. Ще потрібно вчитися любити і не скривати своїх чувств. Чому-то зазорним вважається говорити «я тебе люблю». А ведь це чувство, ради которого ми прийшли на цю землю. В душе мы же хорошие люди. Просто кто-то хороший ближе к окружающему миру, кто-то глубже, кто-то очень-очень далеко в глубине себя, но все равно хороший человек, правда? Вот это вот как бы копнуть, вот это вот вытащить надо из человека каким-то образом. Папа обращался с мамой очень интеллигентно, чтобы папа дарил цветы, чтобы каждый раз утром просыпаясь, все члены семьи спрашивали, как ты поспал сегодня, все ли у тебя хорошо, чтобы каждый раз, приходя с работы, каждый член семьи или с учебы слышал, да, дорогой или да, дорогая, как прошел день, или ребенка из школы, как прошел день, а не какие-то окрики.
Чоловік же повинен розуміти жіночу природу своєї дружини. Жінка має право скаржитися на занепокоєння, на те, що вона втомилася, а чоловіку потрібно підтримати її. Емоційне здоров'я подружжя залежить від гармонійного духовного розвитку дружини. Саме вона повинна привносити духовні цінності у стосунки. Здесь важно, чтобы было от чего оттолкнуться человеку, от чего он может оттолкнуться. То есть вот этот самый стержень есть у него или нет. Ну, то, что мы называем воспитанием, частично образованием. Вот. Ну, как бы это же закладывается, вот, ну, еще раз повторюсь, допустим, на территории там России и нашей Украины, Харьковской области в частности, это, безусловно, этим стержнем являлось, ну, для там 80% проживающих, может быть, 70%, не будем сейчас процентом, православие, оно все определяло. Вот как бы, как себя вести, как правильно общаться со взрослым, там все было написано, все было прописано, все было понятно. И если ты отходишь в сторону, то ты точно знал, что ты эти законы нарушаешь. Ты можешь там объяснять как угодно это, там, был болен, нехорошо себя чувствовал, не очень нравится мне этот человек, но ты все равно нарушил. Я читала интервью Анастасии Вертинской. Она говорит, что сейчас она во Франции общается с очень многими женщинами, которые были раньше королевы красоты, и в кого они превратились. Сразу видно, какую жизнь вела женщина по складкам рта, по складкам межбровным. Или зависть, или ненависть. У нее все отражено. Кто увел, сколько мужей, все прям в складках, это все можно прочесть. И женщины, которые вели хороший образ жизни, добрые, порядочные, они моложе, естественно, они моложе, они красивее, потому что красота и молодость у нас идет изнутри. Я знаю многих женщин, которые в 90 лет живут и светятся. У критичній ситуації чоловік повинен говорити: ніяких проблем насправді немає. Якщо чоловік вийде з емоційної рівноваги, то жінці буде найскладніше витримати цю ситуацію. Чи повинен чоловік просити вибачення за сварку? Так, саме він веде свою дружину по життю, і саме від нього жінка отримує життєві переконання. Может каждый избавиться. У нас очень много пороков. Мы приходим со многими, они вырабатываются пороками. Мы все одинаковые, мы все из одного теста. Мы все хотим любви, мы все хотим счастья. Мы завидуем, мы ревнуем, мы любим. Много нас объединяет, но мы все можем меняться. Хто повинен займатися розподілом бюджету? Багато людей сперечаються на цю тему. Одні кажуть, що цим має займатися чоловік. Інші кажуть, що це обов'язок дружини. А як насправді? По-перше, сімейний бюджет повинен бути загальним. Ніяких «твоє-моє», тільки один гаманець. По-друге, не привчайте чоловіка до своєї самостійності. Нехай чоловік дбає про вас і у фінансовому плані, вкладає гроші і час. Адже так і повинно бути, інакше ви не сім'я, а дві окремо взятих одиниці. Аристократія прошлого – самое большое ее достоинство, их достоинство было в том, что этикет, вот отношения, вот то, что мы сейчас живем в этом быту, и мы как бы это даже прощаем и не замечаем, готовы им смириться с этим, они тогда этого не могли сделать, потому что это все формировалось у людей, это было в крови, у людей это было с молоком матери впитано, понимаете, это этикет, тактичність, такт. Саме з сімейних традицій починається сім'я. Якщо їх у вас ще немає, придумайте. Це може бути спільна вечеря, недільні обіди у батьків. Все, що дозволяє вам бути разом. Давайте вспомним, что должен был делать представитель аристократии тех времен. Фехтовать, читать стихи, уметь слагать письма, знать несколько языков, быть исторически грамотным, желательно еще освоить какие-то науки,
для девушки, это я для парня, да, для девушки какое-то домоводство обязательно, да, то есть готовка, варенье, печенье, это святое, да, стилистика. Извините, это для девушек, это святое, чтобы выглядеть в самом лучшем элегантном виде. Танцевать. Извините, если у нас, если аристократия, кто-то из представителей аристократии, неважно, будь то девушка или мужчина, не умел танцевать, это бесполезный вариант. Замуж не выйти, не жениться, потому что на балах происходило все знакомства. Ніколи не забувайте бажати один одному доброго ранку, на добраніч, при зустрічі говорити доброго дня, а при розставанні – до побачення. В обов'язки всіх членів родини входить обов'язкове привітання один одного з днем народження і іншими пам'ятними датами, адже неуважність до цього може образити. Утрачена традиція написання письма у нас в наше время. Да, электронное. Ведь очень трогательно было получить письмо с ароматом любимого человека. А мужчине приятно получить письмо с отпечатком милых губ. Пусть это романтично, может быть, помещански, но это было. Это беречь это письмо, хранить его. Раньше связывали ленточкой эти письма, бережно хранились. Это очень важно, это было. Это у мамы было, у моей бабушки. У меня этого нет. Всі бажають мати близькі та постійні стосунки. І всі ми прагнемо до досконалої любові. Чому? Тому що розуміємо, що близькі стосунки і виховання дітей є головним джерелом духовного зростання, без якого людство, напевно, давно вимерло. І до того ж, так чудово ділити своє життя з тими, кого ти любиш, хто тобі дорогий.